Катя, здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, все-таки причины, почему вас не увидим в составе национальной команды. Добрый день, Виктор Викторович. Вы знаете, буквально вчера в моей жизни произошло очень значимое, очень волнительное событие. Я до сих пор пребываю в таком эмоциональном, положительном, да, настрое. Вот я второй раз стану мамой. Буквально я узнала об этом только вчера. Боже, это прям невероятная действительно новость, прям аж до слез. Катя, мы вас поздравляем, вашу семью. Спасибо Виктора, большое. Вы тоже аж прослезились, мне кажется, сейчас. Конечно, для нас это неожиданная новость, ее никто не ждал. И с одной стороны, наверное, как президент Союза биатлонистов России, я немножко сожалею о том, что ты не сможешь принять участие в предстоящем сезоне. Но с другой стороны, я тебя искренне поздравляю. Я думаю, что для любой девушки, женщины... стать матерью – это, наверное, главное, одно из главных событий в ее жизни. Поэтому, Катюш, я тебе желаю, конечно, прежде всего здоровья на протяжении вот этого времени до того момента, как ты вновь станешь мамой. Вот. И, конечно же, хочу не терять тебя из виду, а при необходимости, если ты позволишь, мы будем к тебе обращаться с теми или иными моментами, потому что твой опыт, который есть, был в спорте, в биатлоне, вот это прямое общение, допустим, как вариант с женской командой, я думаю, он нам очень поможет. Здорово. Я с удовольствием буду помогать команде, буду болеть в этом сезоне, следить за всеми гонками и пожелаю нашим девчонкам и ребятам больших успехов. И самое главное, сохранить здоровье в это непростое время. Давайте я подчеркну важную все-таки информацию. То есть мы Екатерину Юрлову-Перс все равно увидим в нашей сборной, немножко в другом уже получается качестве, да? Как, я думаю, да. Скажем так, консультанта. Катя, но вы же с биатлоном-то не прощаетесь. Понятно, что новость блистательная, что мы за вас очень рады, но биатлон просто так вы же не отпустите. Да, вы знаете, сейчас вся концентрация на том, чтобы сохранить здоровье, свое здоровье, здоровье будущего малыша. Вот. А дальше мы все увидим. Поэтому я думаю, что точно биатлону я не говорю прощай. Катя, мы вас еще раз с этой новостью поздравляем. Спасибо большое, что вы поделились. Это очень и для нас приятно, трепетно, и для вас тоже. Екатерина Юрлова-Перт была у нас на прямой связи.